Всем привет, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Сегодня мы отправляемся в магазин Еврошоп. Находится он в городе Минске по адресу Притыцкого, 101. Обязательно досматривайте видео до конца. Всем желаю приятного просмотра. Начинаем мы, как всегда, с отдела вкусняшек. И здесь у нас появились соленые палочки. Масса упаковки 125 грамм, цена 1,5 рубля. А вот за 90 копеек можно приобрести упаковочку креденьков массой 80 грамм. Попкорн со вкусом карамели либо шоколада 1 рубль и 10 копеек. Пирожные Today Snowball 1 рубль 15 копеек за одну штучку. Леденцовая карамель 2 рубля и 20 копеек массой 45 грамм. Классический крем маршмеллоу массой 130 грамм 3 рубля 90 копеек. Страна-изготовитель Россия. Также в магазине появились суп-пюре. На выбор было два вкуса, это гороховый, а также томатный, цена 85 копеек. Сдобное печенье от Мировые десерты 3,5 рубля. Кисель от Бабушкиных хуторок 1 рубль 95 копеек. Масса составляет 180 грамм. В преддверии школьного сезона пройдемся немного по канцелярии. Блокнот фламинго на 36 листов с ручкой, цена 8 рублей. А вот уже набор, состоящий из трех веселеньких точилок за 2 рубля и 40 копеек. Также в магазине нашла прозрачный пенал ромашка, цена 6,20. А вот уже такой пенал на одно отделение обойдется за 3 рубля 50 копеек. А еще в магазине Еврошоп появилась интересная коллекция с блокнотиками на 96 листов. Цена составит 7 рублей 90 копеек. Клейка двухсторонняя лента размерами 36 мм на 15 метров 5 рублей 50 копеек. И еще одна очень милая серия блокнотиков для записи с единорожками. Первый вариант стоит 4 рубля 90 копеек, второй за 3,50 и третий за 4,50. Горшок для цветов размерами 13 на 12 сантиметров 8 рублей 30 копеек. Состав железа, страна-изготовитель Китай. И еще один второй вариант горшка, изготовленный из пластика, идет он с поддоном, 4 рубля 90 копеек, расцветка желтая и салатовая. А за 6 рублей можно приобрести вот такой топпер на торт. Декор для праздника, блестяшки, либо же для изготовления поделок, 5 рублей 40 копеек. Отличная цена представлена на набор воздушных шаров, 9 штук за 4 рубля 50 копеек. Бодики на малышей размерами от 62 до 86, 7 рублей 90 копеек. На ощупь ткань очень приятная. От бренда Граф Жираф тесто для лепки, 4 оттенка идет в наборе, цена 5 рублей 60 копеек. Было представлено два варианта и второй идет с блестками. Кстати, на ютубе можно посмотреть подробные видеоуроки для лепки с детками. Косметическое настольное зеркало, представленное только в нежно-розовом цвете, 8 рублей и 30 копеек. И еще одна зеркальце, которая покорила меня, она выглядит очень лаконично и цена 7 рублей 70 копеек. Косметические диски пафы, 100 штук в наборе, цена 2,40. Регенерирующий крем для ног от компании Белита, 3 рубля 90 копеек, объемом 100 мл. На стенде, где расположены аксессуары, могу отметить заколку для волос в виде крабика в золотом цвете, 6 рублей 50 копеек. Браслетик с божьей коровкой, цена 3 рубля 60 копеек. А также сережки по цене 4 рубля и 70 копеек. Парфюмированный спрей-дезодорант объемом 75 мл, 6,90. Страна-изготовитель Венгрия. Женская туалетная водичка Мон Идеал объемом 100 мл, 10 рублей 90 копеек. Пластиковый пульверизатор на 500 мл, 3 рубля 50 копеек. Кислородный крем-гель для бережного очищения кожи по гармонии, 3 рубля 90 копеек. В магазине Еврошоп нашла чеснокодавку, цена вопроса 11 рублей 90 копеек. Кто пользуется именно такой, напишите, пожалуйста, в комментарии, стоит ли приобретать. Интересна керамическая емкость с крышкой объемом 250 мл, 5 рублей 60 копеек.
А вот такой набор для специй, изготовленный из пластика, можно приобрести за 5 рублей и 70 копеек. Также в магазине я встретила очень интересную скалку. Идет она силиконовая с деревянными ручками. Цена 16 рублей 90 копеек. И более бюджетный вариант из березы за 3 рубля 90 копеек. Подставка для специй, произведенная в Беларуси, размерами 150 на 100 и на 108 мм, 3,50. А еще в магазине нашла, наверное, самую маленькую терочку металлическую. Цена 5 рублей и 20 копеек. Стеклянная ваза для цветов высотой 16 сантиметров, 3 рубля 40 копеек. И еще одна интересная стеклянная вазочка, но высотой 20 сантиметров, за 10 рублей и 20 копеек. Пластиковый контейнер размерами 28 на 18 и на 10,5 сантиметров, 6,5 рублей. Только учтите, что на кассе выдаются еще дополнительно сами клипсы. Пластиковая корзинка бытового назначения 5,5 рублей, высота 22 сантиметра. Пластиковый салатник диаметром 15,5 сантиметров, 3 рубля 10 копеек. Из этой же серии можно приобрести тарелочку за 2,10 диаметром 23 сантиметра. Пластиковый контейнер для продуктов с крышкой объемом 750 миллилитров, 4 рубля 60 копеек. И вот такой детский ланчбокс можно приобрести всего лишь за 3 рубля. Расцветка желтая. Керамическая кружка 4,80. Объем, к сожалению, не указан. И еще одна отличная новинка в магазине Еврошоп. Это стеклянный заварочный чайник. Выглядит все качественно. Цена 22,90. Стеклянная креманка объемом 350 миллилитров. New Well 2 рубля и 40 копеек. Второй вариант – это граненая креманка на 250 мл «Виктория» 3 рубля и 10 копеек. Еще в магазине я встретила необычные стаканы. Первый вариант – матовый, интересная фактура, 5 рублей 50 копеек объемом 250 мл. И высокий стакан из этой же серии объемом 340 мл за 7 рублей 50 копеек. И еще одни фактурные стаканчики, стоимость такая же – 7,50 и 5,50. Ну а мы переходим к последнему товару на сегодня. Стеклянное блюдо «Берлин» диаметром 19 сантиметров, 5 рублей 70 копеек. Все это производство «Беларусь». Само блюдо очень даже увесистое. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Еврошоп в городе Минске подходит к концу. Если вам видео было полезно, то не забудьте поставить пальчик вверх и просто подписаться на мой канал, ведь у меня всегда интересно. Я, как всегда, желаю вам приятных, а главное выгодных покупок. Всем до скорой встречи. Пока-пока.